Курской области подготовительная работа в селах и городских округах началась с марта. Коснется она и поевых земель. Госпошлину платить не придется, а практически все данные соберут без участия самих владельцев недвижимости, причем не только из архивов и по хозяйственных книг. В рамках новой нормы закона органам местного самоуправления уполномочены направлять запросы в паспортно-визовую службу УМВД. В ПФР дано право для установления данных о СНИЛСе физического лица собственника и нотариусам в части получения сведений о лицах, у которых возникли права на те или иные объекты собственности, имеется в виду земельные участки, на праве наследования.